Балет – тот вид искусства, куда стремятся. Вчера химчане смогли почувствовать себя настоящими танцовщиками. Они научились основным па и попробовали поработать у балетного станка. Также жители разучили несколько известных танцев, в том числе танец маленьких лебедей, оказавшийся куда сложнее, чем выглядит на первый взгляд. Но начали, конечно, с основ, с балетных позиций. И стоял не пробовал встать в первую позицию. Так что было удобно, раскрываем за колени стороны, садимся. Раз, два, три. Урок балета для химчан провела заслуженная артистка России Валерия Васильева в парке имени Льва Николаевича Толстого. Подробную информацию о предстоящих мастер-классах можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить», а также на специальном сайте eventadmhimki.ru.